В минувший понедельник, 20 августа, в России вступил в силу приказ Минфина страны о повышении минимальной стоимости водки любой крепости до 205 рублей за пол-литра. Повышение в ведомстве объясняют ростом акцизов, тарифов на электроэнергию и других затрат при производстве. Между тем, чтобы средства от продажи алкоголя пополняли бюджет именно нашей республики, нужно, чтобы в магазинах продавался алкоголь местных производителей, рассказывают специалисты. В прошлом году открылся, значит, Чебоксарский ликероводочный завод, чуть раньше Ядринский спиртзавод начал свою работу. И практически за все вот эти вот год с лишним работы наш с местными товаропроизводителями не было ни одного нарекания на качество данной продукции. В общем, объеме продаж водки в системе Чувашского профсоюза, есть еще федеральные сорта, занимает наша местная водка 90%. Если бы все лицензиаты, которые есть на территории Чувашской республики, которые торгуют алкогольной продукцией, довели объем продаж местной алкогольной продукции до этой цифры, вы представляете, какие дополнительные поступления были бы в наш бюджет?